Большая конкуренция – это неплохо. Можно смотреть с позиции, что если есть конкуренция, там есть деньги. Если вы решили войти в какой-то бизнес, в какой-то сфере, где никого нет, вариантов два. Вы либо самый умный, что маловероятно, возможно, такое случается, но очень редко. Либо, скорее всего, это означает, что многие люди до вас пытались, и там никого нет, потому что там нет денег. Поэтому сильная конкуренция, это означает, что много сильных конкурентов или сильные конкуренты, богатые конкуренты, означает, что там есть деньги. И за счет какой-то инновации, за счет какой-то харизмы, еще за счет чего-то, вы можете выиграть это соревнование. Потому что иногда люди думают, что нужен продукт лучше, чем у конкурентов. Не обязательно. Продукт может быть идентичен, особенно в тренинговом и коучинговом бизнесе. Людям просто нравитесь вы. Допустим, вы занимаетесь рекламой, то есть продвижением там, через рекламные кампании. Вот чем ваше продвижение отличается от продвижения ваших конкурентов? Ничем. Но людям нравится работать с вами. Другое отличие может быть, у вас просто больше денег. Всякие есть истории, когда есть конкурирующая компания, у них практически идентичный продукт, только разные там наклеечки. И у тех, и у других довольно низкого качества. Но у первых в разы больше денег или в десятки раз больше денег, они могут просто кидать доллары в топку довольно продолжительное время, просто вливая в убыточную рекламную кампанию, до тех пор, пока эти ребята не исчезнут. Дальше они остаются одни на рынке и забирают все сливки. Это еще способ отстроиться от конкурентов и так далее и тому подобное. Не обязательно у вас должно быть что-то уникальное. Или просто можете быть моложе, у вас больше энергии. Или вы можете быть наоборот старше, у вас больше опыта. Или у вас сильнее персональный бренд, хотя продукт не обязательно лучше, чем у конкурента. Или у вас слабый персональный бренд, но продукт лучше, чем у конкурента. Или у вас есть доступ к каким-то территориям, на которые нет доступа у ваших конкурентов. Или доступ к каким-то какой-то банковской системе, которых нет, миллион причин, почему, как вы и почему можете у них выиграть. Поэтому конкуренция – это неплохо.